пребыванием, воспитанием. У нас стоимость путевки 4072 рубля, это при двухразовом питании. 4702 рубля, это при трехразовом. При этом 30% оплачивается за счет средств бюджета. Тоже есть постановление по этому поводу. 4 загородных лагеря. Увеличили немножко сменность. Будет в этих 4 лагерях 14 смен. 4600 детей могут отдохнуть. Планируем там гражданско-патриотические смены. И вообще стараемся делать смены профильными, чтобы ребятам было интересно не только позагорать и покупаться, и просто отдохнуть, но и творчески потрудиться. Путевки чуть-чуть повысились, но цена вклада краевой администрации осталась с прошлого года, ее не снижали. 11600 стоимости путевки – это стоимость, которую оплачивает краевое правительство.